Активисты протестного движения Алексей Навальный, Илья Яшин, а также Ксения Собчак в эти минуты общаются со следователями. Они были вызваны в Следственный комитет после обысков, которые прошли у них накануне. Главное, что намерены выяснить сегодня, роль Навального, Собчак и Яшина в подготовке и организации акции на Болотной, которая 6 мая закончилась беспорядками. Сегодня же на сайте Главного управления МВД по Москве были опубликованы фотографии денежных банкнот, изъятых накануне в ходе обысков у Собчак и Яшина. Пачки рублей, долларов, евро и белых конвертов, на которых от руки написано «Собчак». Всего, как сообщили в Следственном комитете, изъято не менее 1 миллиона евро. Мне сложно делать какие-то комментарии по поводу этого очень странного допроса. Выйду я на свободу после этого допроса, или меня в наручниках выведут. У меня даже никаких прогнозов нет, потому что вот то, что происходит, начиная с вчерашнего дня, вообще не поддается комментариям. В эти минуты допрос в Следственном комитете продолжается.